Приветствую вас на канале Red Cat Roblox. Сегодня вас ждет новый челлендж, который мы устроили с каналом Папа и Дочки Games. И сейчас вы узнаете подробности нашего челленджа. Давайте послушаем его условия от Папы Дочки. Мы сегодня берем два одинаковых дома. Вот мой зелененький дом, вот Red Cat красненький дом. Они абсолютно одинаковые, абсолютно пустые. Нет, у меня красивее. И у наших команд... У тебя красивее? Наш красный. Ну, зато я красивее, у тебя морда кошачья. Вот, ну тогда и дальше правильно расскажу. Давай. И у наших ребят будет по 20 тысяч долларов, чтобы сделать ремонт. А вы, ребята, вы проголосуете, чья команда победила, сделала ремонт лучше. Либо команда Папа Дочки Games. Или команда Red Cat. Ну что ж, ребята, я очистил абсолютно весь дом, удалил все лишнее, чтобы не мешало ребятам воплощать их идеи. Даже поудалял все окна, двери и так далее, чтобы нигде ничего не мешало. Давайте посмотрим. Так, там 1, 2, 3, 4. Все, все мои дизайнеры на месте, и мы с папой и дочкой можем отправиться немножко погулять. Мы сейчас обе будем проходить. Не, обе не будем. Давай, ну короче, смотри, задача. Сейчас обе так же все хорошо, как и у меня, да? Залазим наверх и падаем в трубу. Вот. Сейчас падаем я в трубу. Так в трубу и вылечу. Кто дальше улетит, тот и победил. Давай, давай, ты первый. Ага, ну давай. Мне страшно просто. Так тут. Ребята, вот там он рыд валяется. Все, валяйся там, теперь моя очередь. О, Ред, ну, ты дальше улетел. Трава, зеленая трава. Слушай, а как так получилось, что я так далеко отлетел? Так, надо как-то, наверное, с другого места падать. О, Ред с разгона прыгнул, ребята, и его... Я прошел. Я обошел этот столбик. И бамс, 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 бамс. А, ты тоже обошел. Вижу твой хвост. Ну смотри, я на зеленой территории. А я тут, смотри, я что-то... выйти, пытаюсь... муравьев рассмотреть, походу. Смотри, ой, да это же посмотрю. О, божья коровка. Не, нету. Вот, я его сюда посадил, и с дочкой не смог ее перевесить. Мы втроем не смогли перевесить. Кто-то уши, ты или я, давай. А что это она не сидит? Не сидит. Иди сиди. Она там села? Непонятная она какая-то. Давай, давай, вдвоем перевесим эту жирную, нет? Давай, давай. Подожди, подожди, сейчас перевесим. Подожди, сейчас надо, надо что-то еду взять. Что-нибудь тяжелое? Она сама переползает. Слушай, да ты тяжелый, мы вдвоем тебя не можем перевесить. Ты что ел сегодня, Ред? Я тортик взял. А ну-ка, давай с тортиком. Нормально, с тортиком уже тяжелее. Она ржет над тобой, Ред. Над нами ржет крыса. Ладно, давай, давай посмотрим, с тобой. Кто из нас тяжелее, давай. Ну? В смысле, ты сел? Да. Ну, ну. Встань. И все? Это и все, что ты можешь? О, это ты как? Оно как-то само, или ты нас качаешь? Это я, получается, качаю, стрелка вверх-вниз. Все, папа качает. Ритм, бит. Бит, давай еще музычку добавим. Тут. Не, судя по всему, вот если так посмотреть, то ты ешь намного больше. У тебя пузо толстое. В смысле я ем больше? Смотри, я вверху висю, видишь? Да, ребята, Реду надо чуть-чуть похудеть. Эй. О, видишь, как тут... Ребята, смотрите, выступает кот! Головой, лицом об асфальт. Теперь он взял жим лежа на спине. Валяется. А вам слабо, типа, знаешь? Ну, а что тебя трясет? Там кочек вроде нету. Интересно, на батуте. Нифася, ты на самокате умеешь делать финты всякие. На голову не приземляйся, то потом долго будешь разглаживать свои ушки. Так что там. И еще 8 тысяч долларов. У тебя 8 тысяч, еще нормально. Ну вот, пока прихожая у тебя какая-то вот так вот. Пошли дальше глянем, что там. Давай, давай. Так, Ред реактивный, ребят. Надо мне тоже чем-нибудь перекусить. Конфеточку. Ладно тут. Конфеточку.
Что-то тут все очень интересно. А где эликсирчики? Нету. Так, давай. Зайду сюда. Здесь пока ничего нет. А где тут человек у тебя? А где человек? Он вылетел, что ли? Надеюсь, нет. Да, человека кто-то ушел. Так, раз. А, нет, он здесь. Он здесь есть. Все четверо работают. Все четверо твоих, да? Все работают. Вот у тебя тут какие-то комнатки делают. Что-то тут прям интересно. Какое-то общежитие, походу, будет. Ну, может быть. Так, а то лет, ванну, что-то. Подожди. Кредиты будут, микрозаймы у тебя тут выдавать будут. Под проценты. Быстрый кредит. Ломбард. Так, ну что, пошли посмотрим, что. Слушай, я тоже хочу что-то построить. Давай тоже что-нибудь построим. Ух ты, у тебя тут прям уже роботы смеются. Папа и дочки уже. Во всей красе. Посмотри, на кого-то этот человек похож. Окно, говорит, мешает ему. Вот видишь, ты окна пооставлял. И вот а, удалить? Да, без проблем. Удаляй окно. Туф, все, ребята, помог. Да ты волшебник. Чудеса, да, творятся просто. По окнам выносит. А здесь у меня что? Тоже у меня, кстати, стоит в зеленом цвете. Хотя не говорили, что челлендж по цвету. Ну да, по умолчанию, видимо. Велкам, ну тебе красивее, мне больше нравится. Тебе старается больше. Здесь пока ничего. Здесь тоже... Окно у тебя еще можешь удалить. Здесь ничего. И двери поудаляют. Вдруг они хотят другие поставить, а ты их... Ну да, ладно, ребят, такие Red Cat мне посоветовал удалить двери. Если кто пойдет в туалет, ребят, дверей нету. Предупреждайте остальных, да? Все, отлично. Пойду посмотрю, что... Слушай, у тебя там детский садик на втором этаже. Детский садик мне делают. Из мишек. Они тут поют еще у тебя, да? Поющие медведи. Поющие прикольно, медведи. Что-то придумали. В клетке. Это что-то такое. О, бильярд. О, давай, сыграем в этот, как там, воздушный футбол такие. Давай. Ред, я тебе уже два гола забил. Давай, сосредоточься. Прикольно, слушай, класс. Отлично. Смотри, смотри, акробат. Опа, видел. Сейчас я тебя столкну. Давай, бассейн меня толкай, бассейн. О, да, бассейн, ребята. И я тоже туда же прыгнул. Слушай, удобно. Знаешь, кстати, что я заметил странное сегодня? Сегодня я странное заметил, что Red Cat ничего не ест. Обычно, когда мы с тобой не снимаем, ты вечно что-то жуешь. Хватишь пончик, еще что-то там. Да, ты прав. Сегодня я не ем. Я сел на диету. Тебе дали пончик. О, мой любимый пончик сырой. Так, а как вообще нормальные люди едят? Давай я тоже так сделаю. Они берут пончик. Ой, я чуть его не удалил. Берут. Подожди, пончик, а как его перевернуть? И в печку. Все. Не, подожди, так. Я хочу шоколадно-розовый. Как это сделать? Как его перевернуть? А, никак. Он только с одной стороны. Так он интересно. Только либо шоколадный. А это тебе пить поставили, я смотрел только что, видел? Ну там для питомцев. Сервис, слушай. Зачем-то для рояль тут не, ну ладно, посмотрим, чем все это закончится. Так. Нет, не получается. А если вы еще раз в печечку? Я люблю, чтоб с корочкой было. Черный? Я второй раз уже жарю. Ребят, смотрим, что сейчас будет. Эксперимент. Сейчас такой черный уголь. Опа-на. Пережарил. Нормально. С одной стороны глазурь, с другой стороны подгорелка. Ну попробуй, скажешь на вкус как там. Не, я хочу еще тогда вот так вот. Без белого. Как красиво. В смысле, можно сверху еще бахнуть. Короче, с Red Cat решили, пока наши конкурсанты делают у нас ремонт, мы решили пошариться по их домам. Ага. Ну что, давай, веди Red, я за тобой, короче. Это, кстати, если что, Red предложил все. Да. Давай быстренько, если они не позакрывали. Подсмотрим, что это. Давай, чуть заходим. Ого, ничего себе, слушай. Все дома, которые мы увидели с папа дочки, вы посмотрите уже в следующем видео, я вам обязательно их покажу. Но сейчас давайте посмотрим все-таки результаты, что наши дизайнеры смогли построить за 40 минут. Ребята, и все, челлендж подошел к концу. Время истекло, команды что-то сделали. Мы не заходили внутрь специально, чтобы был сюрприз.
И теперь мы смотрим дома, что там как сделано, а вы голосуете, чья команда победила. Либо команда Red Cat, либо команда Папа Дочки Games. Все, ага. Ребят, вы голосуете, а мы потом подарим подарки победителям. Ё-моё, давай... как преобразилось. Ну да, давай начнем с прошлого раза. Значит, ремонт на 13 тысяч, ребята, вот такой вот. Это как, классно, ну, прихожая, прикольно красивый, получилось. Да. А это тут что у нас за оранжерея? Тут выращиваются какие-то очень редкие деревья, я понял. Очень редкие. Они снежные дома. Они снежные, да. Шкафчик. Ну, все аккуратненько, мило. Заходим. Кстати, это пати-дом, поэтому, наверное, стиль у меня как пати получается. Вау, вау, вау. Слушай, это прикольно. Вот это мне очень понравилось. Оно прям так стильненько выглядит. Прикольно, да, сделали. Класс. Да, здесь можно посидеть, перекусить, там, чикен, отдохнуть, еще что-нибудь. Идем дальше. Здесь у нас... Давай, я за Редом, ребятки, за Редом. Комнатка, чисто просто отдохнуть. Угу, рест. Так, куда пойдем? Hello. Hello. Давай, hello. Hello, и здесь у нас твое рабочее место, где ты снимаешься. Йоу. Так вот оно как выглядит, оказывается. Ладно. Да, именно так. Ну давай по первому этажу. Теперь туда сюда. Дойдем сюда. Тут такое впечатление у меня, вот, так, что где здесь помыться что-то куда-то есть. Можно помыться идти. Есть. Да, у тебя нету такого? Не возникает, что здесь какое-то пространство? А я еще не знаю, уже у меня не были. Я уже у себя давно не был, посмотрим, что там получилось. Не, я имею в виду, так кажется, что тут больше пространства. Ух ты, это что такое? Что за ящик? Я не знаю, тут... Ребенка замуровали в кроватке, зачем, не знаю. Чтоб точно не вылез, да, уже? Смотри, там для пончиков глазурь воткнута в стену. Я не знаю, зачем так сделали. Ребята, вы напишите в комментариях, как вы думаете, зачем такую сделали постройку в этом месте? Это очень тесная кухонка. Сюда все впихнули, прям холодок. Что? Стол. Ты хочешь сесть? Даже стулья сделали, смотри, вот так вот сидеть прям в столе. Меня вдавило просто. Ты сел и сразу упираешься в пончик, да? Там даже. Сразу грызёт. Даже руки мыть не надо, ты можешь сразу кушать. Ну что, пошли второй этаж смотреть. Здесь какая-то препятствие, она, наверное, открываться должна, эта калитка. Или пароль. Ну подпрыгни просто. Во, это тебе лайфхак. Так, ну что, сюда зайдем. Что у нас здесь делали? Кровать летающая. Или это люстра? Что это такое? Нет, это летающая кроватка для питомчиков. О, здесь смотри, так заходишь, и там все синим такое. Ага, да, да, прикольно. Фух. Тоже для питомчиков. Сюда даже свечку поставили, тут все декор сделали. Прикольно. Да, здесь розовенькая свечка для питомчиков. Хотел в следующую комнатку пойти, а здесь выхода нет, понятно. Мне везде пончики наставили. Видимо, все знают, что я люблю. Ну, это да? Ты любишь. Я... Все же знают, что Ред любит, да. Ух ты. А. Это что я? После зимовки, типа, выставил. Коллекция бутылочек для красоты. Лимонад. Для красоты. Так, ну и здесь последняя комнатка, окей. Тоже для питомчиков, да, третья комнатка. Ну, так как я кошка, я так понимаю, что восприятие людей, что я какой-то... питомец. Мне надо всякие кормушки. Mm-hmm. Ну все, последнее место. Давай, заходим. Заходим и... Вау, неплохая такая комнатка. Конечно, не для тебя, тут больше для девочки. Но мне понравился мне вот нравится. Этот вот вариант, что зеркало как бы сделали, да, как фэшн такое зеркало из окна сделали. То есть оно действительно так да, смотрится. Светится такое. Интересно. Ну и кровать красивая. Супер. И там пингвинчик. Мне очень понравилось. Приятненько. Все стильно, как я люблю, все в белом. Угу. Ну что, пошли во второй домик. Готов. Ну что, молодцы, ребята, круто постарались, прям за 40 минут сделать уже такую красоту. Ребята, езжай, молодцы, изуми. Молодцы. Так, пойдем. Заходим. И я волнуюсь, так, что же здесь? Тут опа, питомец лежит. Так. Так, да, это типа змеи, такая змея тут такая. Так, здесь кроватка, сразу видно папа дочки. Угу. Понятно, кто здесь должен спать. Так. Папа у входа спит, да? Итак, ну что? Пойдем посмотрим дальше. Слушай, у тебя вот такой вот, как лазерный какой-то вход.
Да, тут прошли. Это дезинфекция от коронавируса, все, такие пошли. Все, да, прикольно. Так, здесь это у тебя что получается? Это... Телевизорик на стене сделанный. Вот сейчас я видел, мода такая, появляется, как бы отдельная стена стоит и с телевизором такая. Ну, оно красиво выглядит, мне нравится. Выглядит, мне, да. Мне, знаешь, нравится это еще эпическая лампа, которая просто протыкает аквариум. Да, точно, как инопланетная лампочка. Здесь, видимо, Рита и Арина будут наводить марафет. Я тут запах посыл. Точно. Немножко подсушу. В смысле, это искусственно сделано? Или она так и есть? В смысле, она такая есть. А, она так и есть, да, эта штука? Угу. Так, посмотрим, что тут у нас. Здесь да, кухонка. Да. Ну, у тебя кухонка попросторнее, чем у меня. Ну, хотя бы, да, не натыкано все. Здесь немного помыться. Да, чуть-чуть, в половину. Слушай, а тут какой-то запрятан цветочек. Иди сюда, видел? У тебя где, в умывальнике там какие-то лепестки торчат. А, да, это не знаю для чего. Ну, прикольно. Пошли на второй этаж, посмотрим, что там сделали. Ну, уютно, мне нравится как-то все так. И тут перепрыгивать ничего не надо. Спокойно. И здесь тоже змею кто-то положил, посмотри. Тут змеи, там, сверху, снизу. Ты змеи любишь? Чего у тебя змеи столько? Нет, я первый раз их вижу вообще. Вот это я не понимаю. Вот поющие медведи, это что за тема? Ну, я не знаю. Ребят, напишите в комментариях, что означает эта комната «поющие медведи». Ну, вот это вот поиграть в спорт, это мы видели, да. Здесь качельки для Риты и Арины. Мы уже поиграли с тобой, Airball. Покататься. Следующая комнатка такая разделена. Здесь тоже можно поспать. Еще телевизор, еще поесть. В общем, покататься. Да, 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 да. Вон, смотри, как я сел. О, молодец, классно, да, классно получается. А, ну все, в общем, вот такой ремонт сделали в моем доме. Давай, выходим. Выходим. Все, ребята, голосуйте. А с вами сегодня был канал Папа.Геймс. И канал Red Cat. Или канал Red Cat Robots. Всем и все пока.